Ну, то есть, вот получается сразу детская площадка, вот подъем в парк, здесь выгуливают собачек, бегают люди, бегают дети. Но далеко ходить не надо, то есть вот как бы стекло сразу, вот то, что мы видим. То есть, представьте, здесь проходит просто энное количество людей, и они проходят дальше. Мы просто вышли после работы вот с собакой погулять. Я приехал специально из другого района для этого. Вот, соответственно, хозяйка собаки, вот сама собака. Чтобы она даже ноги не поранила. А теперь представьте, что вместо собаки ваши дети, у которых, в принципе, достаточно тонкая обувь. Пока мы ходим не очень много, у нас набралось, ну, всего немножечко, как бы, где-то с один мешок, если считать общее. Тем не менее, говорят, из земли без подручных средств практически нереально. Что-то нужно убирать, как бы, независимо от того, что кто-то что-то отвечал. То есть вот эти вот фантики все, они не разлагаются. То есть сколько им лет, тут как бы непонятно. Мы уже нашли тут беломор, причем похоже еще старый, как бы советский, судя по упаковке. Хотя он должен был бы к этому времени разложиться. То есть железные пробки как раз опять же. Зараза такая. Сейчас мы найдем палочку, подковыряем их. В прошлый раз здесь был просто такой махровый срач. Ну, видно, что поляну убрали. Причем убрали как бы так капитально. Похоже, не мы первые, кто это заметил. Просто кто-то пришел чуть пораньше. Хотя, конечно, убрали не так скрупулезно, скорее вымели. Или прошли с техникой. Очень много стекла, очень много битого стекла. При этом мы нашли достаточно интересное стекло в виде как бы куска толщиной порядка 4 сантиметров.